Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Павел, и мы продолжаем прохождение игры BioShock Infinite. Собственно, в конце предыдущей серии мы опять же устроили тут дикую заварушку. Как вы помните, камня на камне не оставили. И все потому, что они первыми начали, а мы всего лишь закончили это дело. И мы вроде как хотели каким-то легальным способом попасть до этой башни, которая защищает танца от уже пророка, то есть от нас, потому что у нас что-то на руке татуировка с двумя буквами A-D. Кассы у нас, как видите, закрыты. Рука у нас невероятно с красивыми каточками. Поэтому идем дальше. Так, и у нас ничего не хватает. Ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Еще я помню, тут у нас соли были. Помню, вы не думайте, я не пропустил. Вот. Перч. Давайте дальше подвигаться. Сколько у нас денег? Мало себе. Гондолы закрыты по приказу пророка. Остров монументов. Вообще здесь как бы идет реклама того, что гондолы до острова монументов, а сверху просто печать поставлена. Закрыта по приказу пророка. Вот так будет правильно, надо сказать. Если это кому-то, конечно, интересно. You've got to go. Workmen should proceed to the island by means of the skyline. The skylines, huh? Those things them coppers came riding in on back by the lottery. Я плохие предчувствия. Так, а мы можем? Нет, мы не можем. Только зря потратим. Ладно. Так, тут у нас мусорка. Интересно, зачем здесь мусорка? That line heads to Monument Island. With a shot. Ну? Поехали! Ой, сколько всего. Ой. Да офигеть. Ой. Спокойно. Блин, да что, я еще могу перепрыгивать что-то? О! Спокойно, дружок. Ты был слишком дерзкий. Слишком много выпивки. Так, у нас тут есть. Прокачаем щит. Почему бы и нет. Он нас не раз спасал. Кстати, давайте-ка. В принципе, здоровье можно особо-то не качать, как я понял. Есть щит, который нам помогает. Причем восстанавливается намного быстрее. Так, ну что? Поехали дальше. Погнали. Высоко, 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 очень высоко. Ой. Мог бы свой горящий труп куда-нибудь подальше. Так. Брать груз, выгораживающий аэротрассу. Я думаю, это вот это. Контроль за этими аэрорельсами, что ли? Skyline. Так, тут у нас очередная запись. Кому опять же интересно, почитайте на паузе. Ребят. Так. Понятно. Может быть, это, в принципе, ковчег, но... Как мы видим, на этом ковчеге нас все пытаются убить. Ковчег туда заполнен сверху донизу оружием.
машине есть хорошо. В неоригинальном ковчеге хватало всего лишь каждой твари по паре. В смысле, не каждому студенту по занятию, а... В общем, в буквальном смысле, понимаете. Так, тем временем. Убираем. Только не оторви сейчас. Что, погнали дальше? Погнали. Ой. Еще быстрее. Да офигеть. Спокойно. А, второй меня тупо не заметил, что ли? Так, мне бы... Так, трое. Я просто хочу с ними разобраться как-то по-тихому. Мне же этого сделать не надо, правильно? Хотя, с другой стороны... Видите, ребят? Твою мать. Скотина! А ты виноват. Блин, хотел по стелсу пройти, не дали. Тупо не дали. Тупо начали по мне палить. Точно. Согласен. Здравая мысль. Так, тут кто-то еще есть? Денюшки, денюшки, денюшки. Так, я хочу его вообще выманить, но ладно. Слива! На сломанной шее. Ну согласитесь, лучше, наверное, на трупе сломанная шея, чем вообще без башки. Хотя бы будет видно, кого хоронят. Вообще, я повторюсь, они начали первыми. Это всего лишь самооборона. Ладно, так. Сейчас. Самоумный, что ли? Ладно. Тем временем. Так, ну тут что-то вообще дикое было, по-моему, да? Или мне кажется? Ой, только бы не промахнуться. Эх! Интересно. Чуть на вид нас не намотало. Так, чем быстрее, тем лучше. Сократим дистанцию. Stand down. Stand down. Across the Delaware with flaming sword and the wings of angels. Watch over me and lend me strength. Father Washington, hear my prayer. Стопэ. Они по мне не стреляют. Ладно. На всякий случай я здесь спиной к ним не буду оборачиваться. А то мало ли что. Кто их знает? Может, у них какой-то заскок в голове. С больными на голову людьми надо быть всегда осторожнее.
Ладно. Наш пророк. Ребят, вы что, молитесь, что ли? Я вас убиваю, а вы молитесь. Ага. Ты сказал это вслух, чтобы они слышали, да, все сами. I know why you've come, false shepherd. I see every sin that blackens your soul. Wounded knee, the Pinkertons, the drink, the gambling. Можно как-то побыстрее? And of course, Anna. And now, to repay a debt, you've come from my land. Как-то побыстрее, ребят. But not all debts can be repaid, Booker. You don't know me, pal. Prophecy is my business, Mr. DeWitt. As blood as yours. You know why these men will die for me? Because I've seen their future in the glory. And hence they are content. Слушай, мужик завязывает свои философские разговоры. Bring us the girl and wipe away the debt. This will end in blood, DeWitt. Then again. It always does with you, doesn't it? It always ends in blood. Блин. Какого хрена? У меня кровь с носа. You've come to lead my lamb astray, but thy crook is bent and thy path is twisted. Go back to the Sodom from which you came. Да, хочу там бочку. Пускай. О, так. Ребята, не хватайте свое оружие. Надо. Это будет очень опрометчиво с вашей стороны. Go back. Кува. Ой, черт. Что он делает? Так. Ладно. Минус один. Извините. Простите. Но я оставлю вас без головы. Так, ладно. Хорошо. Ребят, вы сами просились. Вы вели себя хорошо, если последние 5 минут. Gotta find the controls to take this thing to Monument Island. Точно. Слушай, а ведь правда, мы сможем на этой штуке долететь. Чё это я? Я думаю, просто сейчас опять надо будет что-то искать, что-то делать. Так, а вот это похоже на люк. Для бомбардировки. It's okay. I'm not gonna hurt you. Ладно. Не будем лишний раз стрелять в людей. Это нам не зачем, да? Согласны? Okay. Поехали. Sure, I can get this thing going. The Lord forgives everything. I'm just a prophet, so I don't have to. Amen. Мне как можно. Что? Какого черта? Jesus! Ебану мать! Так. Так. Эй, твою. Ладно, поехали. Плохо. Фу, чуть не убили. Офигеть. Одна больная фанатичка похерила целый дирижабль. Какого хрена, ребята? Долбанутые пророки. И так далее и тому подобное. Никого? Нормально. Что у нас тут есть? Дорого. Блин.
Ребята, я только что спрыгнул с горящего дирижабля, а вы мне говорите дорого. Я не для того спрыгивал с него, чтобы мне такое заявляли. А тут, в принципе, дальше некуда было ехать. Можно было тормозить. Кстати, почему до сих пор в городе фейерверки? Разве я не омрачил их праздник достаточно, чтобы, по крайней мере, прекратить гулять? Я не думаю, что это автоматически все делается. Так. Чего хорошего? Да, все, на остров монументов. Башня монумента. Странное место, чтобы держать девушку. Чего они все так боялись? Ну, по крайней мере, вот такого парнишу. Oh, there it is. Monument Island. Wonder why they got her locked up in this place. Не знаю. Да я думаю, нам это не очень-то и важно. У нас какая цель? Найти, схватить за руку и привести. Все. Это наша задача. Смертельный риск. Прям цепями, посмотри. Все перекрыто. Так, и как мне попасть? А, во! С парнем, что они не ожидали такого поворота событий. Это наш герой как умеет. Прям как Джеки Чан прыгает. Так, третий раз. Третий раз я уже вижу эту статую. Нам не надоело. И все двери предо мной открываются сами. Замечательно. Конфета. Люблю конфеты. Так. Тут у нас, кстати, что? А, это... наши, так сказать, характеристики. Ладно. Так, тигра за хвост. Ой. Ну, в принципе, здравое рассуждение у парниша. Противогаз. Зачем здесь противогаз, интересно? Что такое? Особь опасна, соблюдайте карантинные меры. Какая нахрен особь? Ребята, куда я попал? Лучшие виды Колумбии. Карантинные меры. То есть вот эти костюмчики и противогазы. Да, ладно. Закоротило. Что-то тут у нас. Точнее, у них, не у нас. У нас пока ничего не закоротило. Особь морфология. What's this? 1 год, 5 лет, 11, 17. Так, похож на человека. Так, подожди, это... интересно, а кто это? Ладно. Пока что идем. Ага, тут уже посерьезнее карантин, ладно. Там было 12, тут уже 72 написано. Опасность, с особью не разговаривать. Ладно. Видимо, особь разумная. Тушки Тесла, здорово. Ну, пиздец.
покрасился. Чё? А тут? А, смотри-ка, это как отбеливание, да? Круто. И все с помощью электричества, главное. Так, меня не ударит током? Эх! Не, это нормально. Жив. Здоров. Мне интересно, как герой курит без зажигалки? Или это электронные сигареты? По-моему, рано еще. Так, мне туда. Я иду сюда. Так, жидкий азот. Мне будет плохо с него. Так, еще одна запись этого странного парниша. Так, опять эта картинка. За кем-то явно следили. Хороший вопрос. Ой. Только не сажайте меня в это кресло. Один раз уже посадили. И я оказался здесь. Ладно, уходим. Знать даже не хочу, что там было. Погоди. Особь это... Это девушка? Ну, особь. Это нормально человека особью вызывать? И следить за ним? Мне кажется, эта башня не то, чем кажется. То есть она не защищает кого-то. Лжепророк. Скорее, это как-то больше на исследовательский центр похоже. Ай, стул. Что ты делаешь? Прекрати. За спиной кто-нибудь. Все. И не будет у нас головы. О, эльфиева башня. Интересно. Офигеть! Они заперли одного человека в целой башне, как я понял. Изолировали от общества и наблюдали за ним. Отлично. Интересно, с какого возраста? Хотя там написано с одного года, видимо. Офигеть. Только не говорите, что это был еще одна тупая попытка вырастить сверхчеловека. Изолировав одного человека от социума. Здание безопасно. Понятно то, что ничего не понятно, и люди тут совсем чокнулись.
меня есть такое чувство. Прям как у меня дома. Стереосистема. Громко. Еще серьезней карантин, ладно. Тем не менее, у нас тут роскошный лифт. Поехали. Оп. Заводись, скотина. Где музыка, я не понял. Что за... Мне не нравится этот лифт. Все. Он мне противен. Так, а почему тут две двери тогда, если открывается все время с одной? Ненавижу лифты с двумя дверьми. Так. Наблюдение за особью. Допустим. Так, погоди, это мы видели, по-моему, на этом. На видео. Ну, в смысле, на микрофильме. Ага. Тут у нас, видимо, девушка и живет. Девушку вроде как зовут Элизабет, как я понял. Из последней записки. Запустить поиск особи. Dressing room. That's where we need to go. Пошли. Гардеробную. Надо так будет постучаться перед тем, как заходить. Знаете, это похоже на шоу Трумана. Еще с камерой. А, она нас, наверное, не видит даже. Что такое? Пальчик поранил? Уважаемая. Так, у меня почему-то все везде и твоя башня. В Париж, что ли, хочет? Ага. Столовая теперь. Подождите, мы идем. Так. Спасибо. Опять написано тишина. Что делаешь? Париж? Ой, ой, ой. А. Whatever that was. It's got nothing to do with the job at hand. Ладно. Хотя, знаешь, я бы разобрался лучше с этим на месте. Потому что если такие приколы повторятся, все будет весьма печально и грустно. Так. Открывайся! Застряла намертво в дверь. Ладно. Придется идти в обход. Нормальные букеры Девиты идут в обход. Это нормально. Так, кто где шипит? Лет трубы. Да что ты говоришь? Ты убил полгорода, и ты только сейчас об этом заявляешь, дружище. Голософон. Поет, что ли? Так, ладно. Почитаем. Откуда вы ее забрали? Так. Это библиотека? Похоже на то. Так. Library. Спасибо, Кэп. А, еще целых две штуки.
Спасибо, Кэп, второй раз. Так, куда мы идем? Все. I can do this. Так, сейчас сдует нас. Так, ладно, стеночки прижались и пошли. Все спокойно, все хорошо. Так, мы не улетим. Ничего страшного. Ветром впечатало в стену. Так, ладно. О, дверь сама открылась, хорошо. Закрывайся, закрывайся, скотина. Ну хотя бы это закрылось. Так. Теперь самая интересная часть, когда мы доберемся до девчушки, как бы нам получше и представить. Какого? Спокойно. Так. Ой, моя спина. Какого? Да какого ты делаешь-то? Хватит кидаться книгами. Who are you? My name is DeWitt. I'm a friend. I come to get you out of here. Get away. Тихо. Не надо. Надо бить меня. Войной и миром. Are you real? Не. Real enough. Воображаем. He's coming. You've got to go. Чё? You don't want to be here when he gets here. Just a minute. I'm getting dressed. Get you out of here. There's no way out. Trust me, I've looked. Stop it. You're too impatient. That's enough. What about this? What about it? This is the way out. Ключ. Isn't it? А здесь ключ. You... Give it to me. Так. Какого хрена? Так, подожди. Я лутаю. Нормально? Идем. Подожди. Открывайся, дверь. Элизабет, стопэ. Подожди. Блин, я падаю с лестницы. We'll see about чья? That. Чья? Работа. Кто? Кто так? О, на мать, что ж делаете-то? Да все поломали, ну. Давай потом, а? Элизабет сейчас не до этого. Беги просто вперед. Да, о, на мать, да что ж такое-то? Все стекла поразбивали, ну. Да хватит ломать эту башню. Да что ты будешь делать-то? Это землетрясение. Мы в воздухе висим. Не бывает землетрясения в воздухе. Так, чьи-то когти. Ребята, мы вляпались, и пистолет нам не поможет. Но все равно, я буду с пистолетом идти. Нажимай кнопочку. Кнопочку нажимай. Ну. They were watching me all this time. Why? Why did they put me in here? What am I? What am I? You're the girl who's getting out of this tower. Да, для начала ну, так. Вон отсюда. Занято, закрыто, бери учет. Закрыто, говорю. Счастливо. Пошли. This way. Careful, Elizabeth. How do you know my name? Not now. Чё я только не знаю, а? Hurry. Рыцарь, уже не знаю. Знаю, как тебя зовут. Знаю, как стрелять. Так, отойди. Спокойно, эта дверь заедает ее просто всегда. Да куда ты, ну? Подожди ты, ну? Что ж ты делаешь? Что такая нетерпеливая там? Меня сейчас ветром стоит. Ой. Нормально. Ой, поскользнулся. Ладно. Большая тварь, извини, я хотел в тебя стрелять. Меня напугало. Да какого? Куда? Нет. Это... Так, поймали. И при этом сами падали. Эй, не, нормально.
спокойно. Ладно. Прошли. О, черт. Я так понимаю, башни больше нету. Мы ее сломали. Ладно. Ой, ой. Нет. Куда? Нет. Только... О, черт. Ребята, тормозите, тормозите. Все, рельсы заканчиваются и вот... Да, нет. Высоко падать. Ой. Мы упали в океан. Какого? Что за... Иди сюда. Иди сюда, говорю. Уходи. Вот. А, чё? Так. Ой, нет, у меня хмель. Добрый день. What do you want with her? Cut a deal to Witch. Иди к чёрту. Tell me what you want with her. Open this door right. Я пошёл. Are you going to hurt her? Tell me what you want. Так, пистолет. Мне нужен пистолет. Манатки уже собраны. Так, надо пахнуть. Ухмелиться и на пистолет. Так. Открыто туалет. Откройте, откройте там туалет. Видимо, никак. Ладно. Ладно, я иду с разбега. Сейчас голову вам отбивать. Ребята, заманали. Anna! Anna! Какая еще Анна? В чем вы? Мы разрешили говорить дел. Мне разрешили говорить девочке все, что она хочет услышать, лишь бы она пошла со мной. Отлично. Так, и, собственно, где мы? Да какого? А. Меня откачали. Здорово. Anna. No, it's me, Elizabeth. You all right? Нормально, только книжками больше не кидайся. Back in the land of the living. О, как. Here, let me. I'll be fine. You almost drowned. You need to... I said. Что тебя за наперсток так на пальце? Just give me a minute. Do you hear that? Oh, it's music. Go on, I just... Okay, I won't be long. I won't be long, Mr. DeWitt. Да, все надо прийти маленько. Оклематься. Это вообще уже что-то нереальное. Так, а где мы? Что такое? Сам отпустил? Ну ладно, так. Пляж. В летающем городе. Так, у меня что-то сейчас, наверное, в голове перестанет работать. Или я что-то перестаю понимать, да, в этой жизни? Пляж, море, летающий в городе. То есть, все три составляющие совместимы друг с другом. Отлично! Ребята, вы тут не видели? Так, ну вы точно не видели. You see a young girl, a blue skirt? No? No. But I'm without an escort if you're looking to pass the time. Не заинтересован. Так, вы видели? Ребята, не видели девушки? Я потерял знакомую свою. Обворовывать детей, это мое любимое занятие. Так, отлично. Арахис. Поел арахиса, все в норме. Так, опять ты. You fellas seen a girl around here? Blue skirt, dark hair. Look at this one. Why don't you just sleep it off, chum? Попозже. Согласен, но попозже.
Блин, странный, конечно, у вас эти костюмы для загара. Мы закрыты. А что здесь вообще интересно есть? Так, еще одна запись. Послушаем. Да уж. Парню просто не повезло. Хотя, с другой стороны, сиди, допиши. То, что уже заведомо известно. Так все плохо. Так. Hey, I'm looking for a young girl. Who is it, brother? Я не в этом смысле. Airship. That could be our ticket out of here. Точно. Хороший план. Сопрем еще один дирижабль и упадем на нем. Потому что, мне кажется, с города нас не выпустят. Так. В коляске, в детской, припасы для пистолета. И этот город сошел с ума. Ветер. Ладно. Здоровье. Где мое здоровье? Не подлечиться, ребята. Так, а что тут за машинерия? Что тут за котельная работа? The whole thing's rigged. All I want is fair pay for an honest day's work. Работай, дружище, работай. Только ты правильно работай. Правильных людей и правильно отстаивай свои права на заработную плату, и тогда все будет. Так, не сюда определенно, но мне нужна сначала Элизабет. Так, ладно, пусть они там разговаривают. Maybe you and I should go for a walk along the shore. I'm not going on any walk with you. Ладно, не будем мешать. Нам сейчас до этого. Нас и так уже жестко побили. Такие птички летающие. Механические почему-то. Look at him, ladies. It's a crime someone doesn't get him a nice set of trunks. Ладно. Я вообще упал. Нормально. Shame on your family. You're strong, strong. О, давайте меня. Come on, mister, we're working here. А, блин, я хочу побегать. Давайте. Давайте. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Давайте. Опа. Опа. Смотри. Это я в камере. Я хочу попасть в камеру. Ну, давай, давай. Да нормально, ну, блин. Ладно, хватит. Ребят. Ладно, сейчас. Раз, два, три, четыре. Все. Damn fools should let them drown themselves. Thin out the herd. Well, that's positively Darwinian. Whatever do you mean? Darwin. Charles Darwin. Hey, keep your voice down. Ха. Да уж. Видимо, не запрещено говорить все, что не связано, как говорится, с традиционной религией. Прости, малыш, я выпил твою содовую. С другой стороны, как же я мог иначе сделать? Ребят, хорошо вам отдыхается, я смотрю. Так. That's what the Vox Populi do.
Stir up the patties and the meat. Так, тут что? На прокат, что ли? Ладно. Сидим пока. Кто не... Тем не менее, куда бы нам идти? Кстати, музыка это уже полчаса. Куда нам идти? Mother doesn't get a say. With you, mother always gets a say. I'm my own man. Ай. Дружище. О, смотри-ка. А мы ее ищем везде. Hey, miss it. Miss. Элизабет, ты, конечно, хорошо пляжешь, но... Hey, miss. Заканчивай. Miss. Elizabeth. Hello. Oh, this is wonderful. Well, come dance with me, Mr. Dre. I don't dance. Come on, let's go. Why? What could be better than this? How about Paris? Paris? I don't understand. How could we get there? Вот так вот, смотри наверх. Airship's going, but if you want to stay and dance, we can... No, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go right now. Танцевалась быстро. It's hard to believe, but it's true, isn't it? Человека выпустили в общество первый раз в жизни. I've never smelled anything like that before, have you? Так, наш билет домой там. Так, ребята ушли. Если так, то это даже здорово. Так, блин, я хотел без билета пройти. Мистер Дюэт. Что такое? I've read about him. They say he can see the future. Give a man a little power, he falls in all kinds of love with himself. Это правда. Do you dislike the look of the prophet or his gaze? Потише. Can you leave now? Лизавет, потише. Потому что я не хочу еще раз 20 убивать полгорода. Aren't we the well-to-do types? А, ну да, мы кассу ограбили. Кассовый, расчетно-кассовый аппарат. It almost looks like a real ocean. That's just a set of elaborate pumps and rain catchers. А то. А, то есть, вот как они имитируют это дело. No favors. I'll keep an eye out for something that might ease your pain. Спасибо большое. Так, Элизабет меня зажала. Такая маленькая, но зажала. Ладно. Побежали. Да что ты бежишь быстрее меня? Так, минуточку. Только сотрудники. Теперь я понимаю, к чему только сотрудники сюда подпускаются. Ладно, хватит на это смотреть, пошли. Копались в мусоре. Теперь можно точно идти. Дальше. Да? Да. Так, и знаете что? Давайте-ка на этом данную серию завершим. Все-таки она уже затянулась порядком. Следующий уже попробуем убежать из города, как я понимаю. Ну что ж, всем большое спасибо за внимание. С вами был Павел. Увидимся уже в следующих сериях. До новых встреч. Пока.